тело человека, если вдруг кто-то не знает, на 80% состоит из воды. И я прям... Я чувствую, что мне срочно... Смотрите, этот Марлин! Почему я вернулся в «Орел и Решка»? По-другому не работает! Решка. В один раз надо было уронить. Thanks. Видите, какие ключи должны быть от Luxury Vehicle? Все делали клады, особенно на даче. Пошел, сделал клад. Бабушка говорит, прикопай и листиками приложи. Я обожаю катамараны, потому что, во-первых, ну, их не так качает на волнах, как другие лодки, а меня иногда мучает Машка болезнь. Я сговорился опять со своей ведущей. Did you know what is that? What is that? Okay. Это okay. You like this bar? Very much. Very much. Yes, it's a pina colada. That is a lot of pina colada. Режиссирует. Все то же самое. Конечно же, бар. Отличный коктейль. Оформление. А вам как? Понимаешь? Чтобы одном было. Костя. Конечно же, бар. 5 с плюсом. You like this bar? Huh? Choose. Hey, cheers, man. Вот, теперь есть клевая история. Клевый чудак. Дай мне вот кокос. Кокос. Лен, не напекло? Удобненько так же, а? Прикармливаю. Костя? Да. Тебе удобно? Ну, слушай, пока ты жив, понимаешь, тут выбираешь. Да на самом деле нет. Ведущий «Орел и Решки» не пьют алкоголь никогда. И режиссер не пьет, и Лена Синельникова вообще не пьет алкоголь. Один раз видел ее с бутылкой вина. И я говорю, Лен, ты что, пить собираешься? Она говорит, какой пить, Коля, что ты такое говоришь? Открутила крышку, вылила все на землю и говорит, иди прячь $100. Угу. Представляете себе, такая передача.